Всем привет! Вы смотрите Balkan TV Кострома. Мы находимся в гостиничном комплексе «Волга». Меня зовут Евгений, рад представить вам группу «Блэклист». Привет! Привет! Что нам сыграть? Песня называется «Лето, постой». Слушаем. Собираем вещи, вылету скоро и надо порезче. Четыре футболки, пара шорт и кроссовки, еще шампуни и зубные щетки. В зале ожидания сидим на чемоданах, все на позитиве, но немного странно. Три часа полета и мы на месте, главное целый, главное вместе. Это лето останется навсегда в наших мыслях, памяти и сердца. Я не забуду шепот волны прибой, что ласкал нас. Эй, лето, постой. Пять звезд на здании, пять на бутылке, пятый размер, жара как в парилке. Пятый океан и пятая колонна, пятый месяц полового облома. Эй, алло, харе грузится, да все нормально, мне просто не спится. Южная ночь, пойду прогуляюсь в прохладной воде, в одной из покупаюсь. А теперь рэпчик на балкончике. Все происходящее было покрыто пеленой. Ночью на пляже мы встретились с тобой. Ты мне что-то говорила, я глупо улыбался наивным дурачком. Тебе я показался, курортные романы. И как это ни странно, всегда происходит негаданно, нежданно. Мы считали звезды, сидели на море, говорили о любви и все такое. Неизбежное расставание, душевные терзания. Не говори прощай, давай до свидания. Это лето останется навсегда в наших мыслях, памяти и сердцах. Я не забуду шепот волны прибой, что ласкал нас. Эй, лето, постой. Эй, лето, постой. Эй, лето, постой. Оп-оп-оп-оп-оп. Скажи, где наши зрители могут найти вас, послушать, посмотреть? Могут найти нас ВКонтакте, группа есть, да? Правда? Ага. А еще могут 20 числа прийти в клуб-бар «Голландис Шульц» и послушать нас тоже. Я напоминаю, это группа «Блэклист» и «Balkan TV Кострома». Благодарим за помощь студию Алексея Матюхина, студию MB Family и студию Epic Arts. Подписывайтесь, ждите наших новых выпусков. Пока!